Привет! Сейчас будет подборка классных товаров с AliExpress, а в конце разыграем телефон. Этот электрический роллер Surf оснащен мощным двигателем и батареей, которая позволяет проехать более 25 км без дополнительной подзарядки. Максимальная нагрузка, которую может выдержать электроскейт, составляет аж 200 кг, что очень удобно для использования людей разных весовых категорий. Также скейт имеет систему влагозащиты IP63, а это значит, что его можно использовать даже в дождь, правда не сильный. Этот электрический скейтборд – это возможность попробовать совершенно новое катание на двухколесном скейте. Оснащен инновационным мотор-колесом и литий-ионной батареей, скейт позволяет кататься абсолютно не прикладывая никаких усилий. Этот чудо-транспорт точно понравится любителям нестандартного передвижения по городу. А вот простой и очень эффективный спортивный снаряд для развития выносливости, координации и улучшения кардиопоказателей. Эта цифровая скакалка идеально подходит для тренировок с контролем подсчета прыжков. Доступны функции таймер со звуковым сигналом, счетчик прыжков, подсчет калорий и сжигаемого жира, а также она показывает время. Шнур снаряда выполнен из поливилхлорида, прочный, износостойкий, не рвется, долго прослужит даже при интенсивном использовании. Длина скакалки регулируется в зависимости от роста спортсмена. Эффективно укрепляет мышцы икр, рук, плеч, брюшного пресса, способствует улучшению кровообращения, предотвращает проблемы сердечно-сосудистой системы и дыхания, прекрасно подходит для жиросжигающих упражнений, которыми можно заниматься дома, на природе или в спортзале. Мощь, сила, выносливость и скорость – все это про новый электросамокат с Алии. Он провезет вас ветерком по городу и за его пределами. У этого самоката два мотора, и они встроены в колеса. Однако, если нет необходимости, то один из моторов можно отключить кнопкой, расположенной на руле. Мощь чувствуется уже при взгляде на этот самокат. Выглядит он стильно и брутально. Но при езде мощь чувствуется буквально везде, ведь за несколько секунд самокат разгоняется до 60 км в час. Быстрое и плавное торможение обеспечивает два гидравлических тормоза. А чтобы езда по бездорожью была комфортной, самокат оснащен отличной подвеской. Переднее колесо оборудовано одним большим амортизатором, а заднее двумя поменьше. Не доставит переживаний и езда вечером или ночью, когда плохая видимость, так как подсветка спереди и сзади поможет ориентироваться и сделать самокат видимым на дороге. Самокат складывается так, что он удобен для транспортировки и хранения. Это миниатюрная беспроводная IP-камера для видеонаблюдения с датчиком движения и разрешением 2 мегапикселя, которая снимает Full HD видео. Wi-Fi мини-камера также может транслировать изображение через интернет прямо на ваш смартфон. Кроме этого, камера выполнена в форме диска и очень миниатюрная, что позволяет незаметно установить ее на стене, шкафу или в любом другом месте. Вы можете разместить эту камеру в углу дома, офиса, магазина или автомобиля, даже в кармане или на рюкзаке, благодаря сильному магниту, который крепится к любому железному предмету. Кроме того, ее также можно использовать в качестве камеры безопасности, автомобильного видеорегистратора, камеры для питомца или видеоняни. А следующая вещичка подойдет тем, кто увлекается моделированием, и это оригинальный деревянный 3D пазл, который изготовлен из экологически чистой древесины. Все детали уникального 3D пазла изготовлены просто идеально. Во время сборки не потребуется дополнительных инструментов. Пусть вас не пугает то, что сборка данного конструктора весьма сложная, результат точно превзойдет все ваши ожидания. Вы несомненно будете в полном восторге от данного конструктора, который украсит вашу коллекцию 3D головоломок, если конечно такая имеется. А эта малышка способна снимать видео с охватом 360 градусов. Камера отличается универсальным применением. Ее можно использовать дома, в офисе, а также в автомобиле, или закрепив на велосипеде при помощи идущего в комплекте кронштейна. Подключив ее к сети Wi-Fi, можно видеть полную картину вокруг на 360 по горизонтали и 220 градусов по вертикали. Усовершенствованный 8-мегапиксельный сенсор используется для потрясающих ярких фото с хорошим разрешением. Объектив захватывает все, что вас окружает, а более качественное изображение позволяет получить технологии обратного засвета. Для отдельных ситуаций предусмотрены также различные режимы съемки, а благодаря поддержке Wi-Fi можно делиться отснятым контентом через Facebook, Instagram и YouTube. А вот продуманный светильник-ночник, который обеспечит температуру света в 3000 кельвинов. Помимо нестандартного внешнего вида, светильник оборудован сенсором движения. Как только вы приблизились к светильнику, он автоматически включается, а отключается спустя 20 секунд, если им больше не будет обнаружено никаких движений. Лампа работает от встроенного аккумулятора и имеет магнитное крепление, которое позволяет закрепить его на стене или использовать на прикроватной тумбе. Для питания в модели используется аккумулятор емкостью 500 мАч, который легко
заряжается при помощи кабеля microUSB. Модель станет отличным решением для спальной комнаты и обеспечит приятный свет. Если вы еще не умеете кататься на роликах, но хотите научиться, то эти крутые кроссы-ролики отлично подойдут для этой цели. Эта модель специально сделана для легкого обучения езды, так как в каждом кроссовке есть по два ролика. За счет второго ролика легче держать равновесие и балансировать при езде. Вот такие кроссы два в одном. Захотел проехался, захотел прошелся. Если вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда утром нажали на кнопку будильника с фразой «еще 5 минуточек» и проспали на работу, то это изобретение точно вам поможет. Это своеобразный будильник-вертолет. Когда вам пора просыпаться от звонка будильника, на аппарате отделяется пропеллер и отлетает в любой угол вашей комнаты. Будильник продолжает звенеть. А теперь самое интересное. Для того, чтобы его выключить, вам придется найти пропеллер и вернуть его на место. Теперь вы точно не захотите поспать еще 5 минут. Вы можете купить будильник с пропеллером другу, чьи опоздания на работу уже не могут терпеть начальство. Таким образом, можно даже спасти человека от увольнения. А благодаря подсветке экрана вы можете в любой момент узнать точное время, даже в темноте, просто нажав сверху на вертушку. Следующее изобретение обеспечит защиту в темноте за счет отражения источников света. Это светоотражающий спрей. Благодаря использованию инновационных высокоотражающих частиц, можно распылять спрей на одежду, нанося индивидуально придуманные рисунки, которые обеспечивают видимость в темноте. Спрей для отражения можно распылять на любой тип текстиля. В зависимости от несущей способности, также применим к кожу, дереву, пластику и металлу. Этот спрей водонепроницаемый, защищен от атмосферных воздействий и, самое главное, легко отмывается. Не спешите менять порванную противомоскитную сетку, ведь теперь ее можно отремонтировать с помощью специальной ленты. Ее нужно лишь приклеить к разрезу или дырке на сетке и прогладить рукой. Обувь из благородных материалов, замши, кожи и нубука всегда выглядит очень привлекательно, но она очень капризна в уходе и требует бережной очистки с использованием современных средств. На Али есть самое простое средство для чистки подобной обуви – это ластик. Ластик для чистки замши, кожи и нубука уделяет с обуви свежую грязь, лоснящиеся разводы и пятна от брызг. А еще он компактный и его удобно носить с собой. А с этой штуковиной можно отлично провести время на природе. Это необычная летающая тарелка, которая превращается из плоского летающего диска в круглый мяч. Нажмите на мяч, и он снова трансформируется в диск, который легко помещается в сумку или рюкзак. Тарелка может трансформироваться из диска в мяч в полете или при ударе о любую поверхность. В общем, прикольная и забавная игрушка. А вот отличный аксессуар и способ самовыражения. В паре со специальным мобильным приложением эти очки могут с помощью светодиодов воспроизводить предустановленные картинки, тексты или анимации, а также пользовательские варианты. Этот стильный гаджет станет вашим незаменимым спутником на вечеринках, праздниках, костюмированных встречах, концертах и корпоративах. Работу очков обеспечивает встроенный аккумулятор, и его хватает примерно на 5 часов светодиодного шоу. А это новый аксессуар, который позволяет легко запечатлеть панорамные фотографии 360 крошечной планеты одним нажатием на вашем айфоне. Это новая камера для iPhone, которая превращает ваш телефон в камеру 360. Панорамный объектив не является самой камерой, на самом деле это зажимы, которые надеваются на iPhone и помещают два сверхширокоугольных объектива на переднюю и заднюю камеру. С помощью приложения появляется возможность записывать, а также передавать мгновенно фотографии и видео на 360 градусов с устройства iOS в социальные сети. Следующая вещица с Али точно выделит вас из толпы, ведь это не просто классная колонка для прослушивания музыки, а веселый аксессуар, который не оставит спокойно сидеть бабушек на лавочке. А также это отличный пауэрбанк на 6000 мАч для ваших устройств. Так как устройство портативно, то взять его можно буквально куда угодно. Компактный размер этому тоже способствует. Очень удобно прихватить с собой его на природу или же на прогулку. Там колонка проработает около 4 часов при максимальной громкости.
Один из самых крупных производителей техники в Китае, Xiaomi, разработали оригинальную новинку. С первого взгляда клавиатура напоминает печатную машинку, однако на самом деле дизайнера вдохновила губная помада. Поэтому каждая клавиша раскрашена в отдельный цвет, образуя целую палитру помад. А если посмотреть сверху, клавиатура напоминает палетку для макияжа. Известно, что ее можно использовать через Bluetooth или подключить через кабель microUSB. На ней 79 клавиш, которые расположены в гальваническом стиле, поэтому дизайн и напоминает старинную пишущую машинку. Создатели отмечают, что для стойкости цветов использовали технологию Color Stay, которая обеспечивает яркость и долговечность красок. Думаю, на подарок девушке-геймеру она точно подойдет. А вот прикольный ручной грабер на палке, предназначен для захвата вещей и игрушек. Рычаг на корпусе возле ручки. Игровой процесс способствует развитию ловкости, координации рук и обучает разным манипуляциям. Рука робота понравится не только детям, но и станет помощником для взрослых. Например, чтобы подобрать что-нибудь с пола или достать с верхней полки и при этом не напрягаться. Дизайн этого крутого электроскутера не оставит равнодушным даже самых взыскательных почитателей классического стиля ретро. В нем все на своем месте и нет ничего лишнего. Длинный летящий корпус и крепление, 12-дюймовые колеса, напоминающие об автомобилях рубежа 50-х-60-х годов. Несмотря на очевидные внешние сходства с классикой прошлого века, байк представляет собой абсолютно современный скутер, созданный на базе последних технологий. Скутер получил двигатель мощностью 2 кВт, автономная дальность поездки на одном заряде аккумулятора составляет 50 км. Время полной зарядки батареи от стандартной розетки 10 часов, а при езде в режиме эко мотороллер развивает скорость до 30 км в час. А это классные фитнес-часики от Redmi, теперь уже дочерней компании Xiaomi, которая помимо бюджетных телефонов решила заняться еще и созданием смарт-часов. Эти часики тоже получили цветной дисплей, который стал слегка больше и на нем теперь отображается больше информации. Экран по-прежнему сенсорный и вместе с кнопкой является одним из основных органов управления. Redmi умеет считать шаги, отслеживать сон, есть пульсометр и браслет можно использовать во время бега, плавания и катания на велосипеде. С этим браслетом вы не пропустите ничего важного. Он подключается к смартфону при помощи Bluetooth 5.0 и дает возможность мгновенно узнавать о входящих звонках и SMS-уведомлениях. Также есть пуш-уведомления, сообщения из социальных сетей и напоминания из календаря. В общем, кроме внешнего вида, отличий от Mi Band у него немного. Но одно из главных отличий – это, конечно же, цена. Стоит он немного дешевле. А вот удивительный барометр с крутым дизайном, с ним вы всегда будете в курсе погодных условий. Стеклянная колба на деревянной подставке содержит внутри химическую смесь. В теории, например, когда на небо набегают облака, внутри предсказателя погоды тоже происходят изменения. Он умеет показывать, будет день ясным, пасмурным или дождливым. В зависимости от погоды в жидкости образуются кристаллы различной формы. Шторм-глаз настолько чувствительный, что может предсказать резкое изменение за 10 минут до перемены погоды. А особенно хорошо предсказатель погоды ведет себя на свежем воздухе или в комнате при открытом окне. Кстати, такой прибор можно сделать самому, и если вам интересно, как это сделать, то посмотрите обучающий ролик на канале YD, если что, ссылочка есть в описании. Компания Xiaomi порадовала своих поклонников еще одним гаджетом – Redmi Note 8T. На стеклянный корпус нанесен специальный рисунок, который при изменении угла обзора меняет цвет. Еще одна важная особенность мобильного девайса – защита от воды и влаги. Корпус телефона получил специальное нанопокрытие, которое в буквальном смысле отталкивает капли воды. Также телефон имеет защитное стекло 5 класса, 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и соотношением сторон 19,5 на 9. Под стеклянным капотом этого девайса расположился 8-ядерный процессор, который обеспечивает хорошее быстродействие. И именно этот смартфон мы разыграем в этом видео. С этими пистолетами для фейерверка можно устроить отличное шоу на празднике или вечеринке, ведь эту фейерверк-установку можно держать в руках и проделывать различные трюки, не опасаясь за свое здоровье. Следующий товар понравится любителям необычных комнатных часов. Фишка этих часов в том, что функцию секундной стрелки выполняет бегущий по циферблату светодиод. Но это еще не все. Часы регулируют яркость автоматически в зависимости от освещенности помещения. Так что в темноте вы тоже сможете увидеть, который час. Часы можно разместить на ровной поверхности с подставкой или повесить на стену. Также они отлично подойдут в качестве подарка.
А если вы хотите повторить фокус с левитирующими предметами, на Али есть невидимая нить. Она незаметна даже с близкого расстояния, так что во время выступления зрители могут проверить, что на руках ничего нет. А затем вы берете маленький предмет у аудитории и подвешиваете его в воздухе между своими руками. С такой чудо-нитью друзья точно убедятся в ваших суперспособностях. Посмотрите на этот милый будильник. С часами-трансформерами следить за временем станет не только просто, но и интересно. Верный друг не даст проспать на учебу или работу. Часы-будильник легко трансформируются из классических часов в веселую собачку, которая будет украшать ваш рабочий стол. Будильник выполнен из безопасного и невредного материала. Циферблат со стрелками защищен прочным прозрачным пластиком, а в комплекте даже входят батарейки. А это магнитный конструктор нового поколения. Конструктор состоит из деталей простых геометрических форм, которые легко соединяются между собой силой магнитного притяжения. Магниты находятся внутри очень прочного многослойного пластикового корпуса, поэтому они ни при каких обстоятельствах не могут выпасть. Зато магниты свободно вращаются внутри, всегда поворачиваясь друг к другу нужным полюсом. Таким образом, все детали всегда притягиваются. Элементы не нужно скреплять между собой, а достаточно лишь преподнести их друг к другу, чтобы они соединились. Объединяясь между собой, детали создают объемные 3D-конструкции. Такая игрушка – это отличная возможность отвлечься от электронных гаджетов, планшетов и компьютеров. Следующее изобретение пригодится на кухне – это алюминиевый коврик для быстрой разморозки продуктов. Как известно, алюминий является чрезвычайно эффективным проводником тепла, а это означает, что продукты, помещенные на поднос, разморозятся быстрее, чем при комнатной температуре. Для размораживания большинства замороженных продуктов требуется всего 30-60 минут. В отличие от микроволновых печей, которые частично готовят продукты во время процесса размораживания, лоток безопасно и быстро размораживает мясо. Волшебный лоток для разморозки остается прохладным на ощупь во время его использования и не требует предварительного нагрева или горячей воды. А вот настоящая армейская зажигалка. Вместо фитиля и горючего топлива в ней используется трут, который тлеет подобно сигарете. А для того, чтобы ее зажечь, необходимо немного вытянуть шарик на конце трубочки вверху, находящийся возле колесика с кремнием, и добыть искру, от которой трут загорается. А чтобы потушить огонек, надо потянуть за шарик с обратной стороны, шарик становится на место, а зажигалка гаснет. А вы знали, что такой зажигалке уже более 100 лет, и она была очень популярной в армии США? А с этим изобретением можно за считанные минуты отремонтировать протекающую трубу, держа кат лопаты или клюшку для гольфа. Это активируемая водой пропитанная лента со специальной формулой, разработанная для прочного, долговечного и экономического ремонта. С ее помощью можно отремонтировать предметы из практически любого материала. Этот скотч обеспечивает прочный экономический ремонт. Работы можно проводить практически на любых поверхностях. Это простая альтернатива другим видам ремонта, таким как сварка, пайка, цементирование, наложение хомутов или замена труб. Также с помощью этой ленты можно устранить протечки там, где невозможно применить другой вид ремонта. Вот еще один кухонный помощник, который поможет существенно сократить время приготовления любимых блюд. Компактная овощерезка идеально нарезает все виды фруктов, овощей, сыр и даже деликатесы. Особенно это удобно для приготовления вкусных и полезных салатов. Прибор имеет нескользкие ножи для удобного использования, после чего его можно мыть в посудомоечной машине или под струей воды. Для безопасного мытья и хранения он имеет функцию блокировки лезвий. В комплекте 7 предметов, поэтому вы избавляетесь от необходимости использования множества различных кухонных предметов, таких как блендер, ножи, множество овощечисток и другие принадлежности, которые занимают много места на кухне. А с этим надувным мечом можно отлично повеселиться не только на воде, но и на пляже, ведь он суперпрочный, устойчив к разрывам, так что на нем можно даже сидеть или прыгать. Сейчас самое время запастись такими штуковинами для игр на воде, потому что в душном городе сидеть просто невыносимо. А этот товар пригодится для любой работы, когда мы проводим много времени на коленях. Это наколенники на колесах. Обеспечивает большую гибкость и мобильность благодаря базе с тремя поворотными колесами на 360 градусов. Нажав одну кнопку, вы можете снять основание с колесами и продолжить работу, как на стандартных наколенниках. Наколенники невероятно удобны и адаптируются к форме колена благодаря использованию гелевых технологий. Идеально подходят для укладки плитки, деревянных полов, ковров, панелей, строительных работ, да в общем любой работы, которую мы делаем на коленях.
Чтобы скользить на доске по воде, теперь не обязательно ждать хорошего ветра или искать подходящую волну. Да и к морю ехать не обязательно. Можно серфить и на озере. Китайцы выпустили новый электрический мотор, который развивает скорость 6 км в час. Заряда аккумулятора хватает на 60 минут, и несмотря на свои размеры, он достаточно легкий, так что трудности с перевозкой и управлением возникнуть у вас не должно. А это степлер для подвязки винограда, совершенно новый и незаменимый садовый инструмент для фиксации лозы капори. С этим инструментом очень легко осуществлять подвязку винограда, малины, ежевики, томатов, огурцов, а также цветов. Скорость одной операции не более 1 секунды. Этот прибор вы можете использовать одной левой и подвязывать растения на высоте вытянутой руки без лишних усилий. Всего одним нажатием он автоматически обернет лозу или ветку специальной лентой, затем закрепит ее скобой и обрежет ленточку. При этом степлер очень прост в использовании, вам потребуется только заправить его лентой и скобами. Вы сможете освоить этот полезный инструмент за считанные минуты и избавиться от бесполезной траты времени. Собака сидит под дверью и не может выйти на прогулку или попасть после прогулки домой? На Али есть дверной звонок, специально созданный для собак. С этим устройством ваш домашний питомец забудет о том, что такое ночи, проведенные на коврике перед закрытой дверью. Дверной звонок включает дистанционное управление и непосредственно приемник. В тот момент, когда собака нажимает на кнопку звонка, вы услышите мелодичную трель или лай. Знак того, что питомец уже ждет вас на пороге. Кроме того, бонусом ваши двери сохраняют свою целостность и привлекательный внешний вид. Говорят, полезно есть вареные яйца на завтрак, а еще говорят, что нельзя сделать яичницу, не разбив пары яиц. С новой приспособой с Али сделать яичницу, не разбив яйца, действительно можно. Удивите близких необычным способом приготовления обычных яиц вкрутую. Китайцы называют данное блюдо золотым яйцом. В действительности же перед вами вареное яйцо, состоящее сплошь из одного желтка. Такая себе яичница-болтунья внутри скорлупы. Следующий инструмент будет полезен всем, кто любит создавать и творить своими руками. Это станок для резки стеклянных бутылок. Используется для быстрого и безопасного разрезания части стеклянной бутылки. С помощью этого инструмента из обычной стеклянной бутылки можно самостоятельно изготовить лампу, подсвечник, вазу, бокал и тому подобное. Для использования инструмента нужно сначала отрегулировать ширину стоек с покатанными роликами под размер бутылки. Ширина стоек регулируется с помощью зажимных болтов с гайками. Устройство оставляет линию на стекле, по которой с помощью температурных манипуляций можно будет разделить бутылку. Если вам понравилось, то ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и у вас появится шанс выиграть смартфон из этого ролика. Итоги будут в сообществе после того, как наберем 1000 лайков. Ну а пока, пока-пока.